Игорь Короченко. Ереван хочет, чтобы в Карабахе за него погибали русские солдаты. Российские эксперты продолжают комментировать урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, чтобы за чужие интересы в Карабахе погибали российские солдаты. Об этом заявил российский политолог Игорь Короченко. Он отметил в своих аккаунтах в соцсетях, что премьер-министр Армении Пашинян предлагает Кремлю отправить российские войска в так называемую НКР. Оказывается, у Москвы есть легитимное право и основания для антитеррористической операции в Карабахе. Пашинян и лоббисты его интереса в Москве готовы втянуть Россию в вооруженный конфликт, чтобы российские солдаты гибли за чужие интересы для сохранения режима Сороса в Ереване, заявил российский эксперт.